Придя на курсы бухгалтерского учета в Лидер, я смогла получить те знания, которых мне не хватило после окончания университета. Курсы бухгалтерского учета позволили изучить мне принципы бухучета в Республике Беларусь, порядок и правила оформления документации, которые используются организациями и предприятиями любой формы собственности. Изучая такие аспекты бухучета, как учет основных средств, учет денежных средств, кредиторской и дебиторской задолженности, учет материалов, учет труда и заработной платы и многие другие аспекты, я сделала для себя один очень важный вывод. В нашей современной жизни без знаний основ бухгалтерского учета работать просто невозможно. Отдельное спасибо я хочу сказать нашему преподавателю Григорьевой Ольге Владимировне за ее терпение, за ее труд, за то, что она ясно, четко, лаконично всегда объясняла нам программу курса, а также всегда по несколько раз разжевывала нам все самые непонятные моменты. Так что приходите на курсы бухучета, и вы не пожалеете, ведь учиться никогда не поздно.